Здравствуй, Верхнекамье! Родственники найденного на Вишере туриста обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить обстоятельства исчезновения мужчины и провести проверку работы служб, которые участвовали в поисках. Один из близких людей погибшего заявляет, что к поискам приступили поздно и гибель туриста может носить криминальный характер. Дмитрий Махонин остался недоволен депутатами Александровского округа. По его словам, народные избранники жаловались, что глава округа сократила муниципальных чиновников. Однако глава региона не видит в этом проблемы. Власти помогают администрации Александровска с благоустройством территорий и стабилизацией финансового положения Александровского машиностроительного завода. Рабочие возвращаются, зарплату начали вовремя выдавать. Власти видят потенциал промышленного предприятия. А в Соликамском городском округе реализуют 4 проекта инициативного бюджетирования. Идеи воплотят в этом году. Вскоре соликамцы увидят новое игровое пространство с настольными играми, поле для мини-футбола, обновленную территорию сельского клуба и Георгиевскую лестницу на территории школы. Благодаря инициативе соликамцев округ развивается и становится комфортнее. Рубрику «Верхнекамье» сегодня подготовил Евгений Казанцев.